Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 287. Решим задачу, найдя либо скорость сближения, либо скорость удаления. Итак, два поезда отошли одновременно от одной станции в противоположных направлениях. Значит, мы будем находить скорость удаления. Их скорости 60 км в час и 70 км в час. Найдем скорость удаления одного поезда от другого. Для этого 60 прибавить 70. То есть, другими словами, мы найдем, на сколько километров они удаляются друг от друга за 1 час. Мы получим 130 км в час. А теперь мы найдем, какое расстояние, вернее, через сколько часов расстояние между ними будет равно 260 километров. Чтобы найти время, надо путь 260 разделить на скорость, а их суммарная скорость, то есть скорость удаления, 130. 260 разделить на 30 будет 2 часа. Через 2 часа расстояние между ними будет равно 260 километров. И точно так же найдем, какое расстояние, через сколько часов расстояние будет 520 километров. Для этого надо 520 разделить на их скорость удаления, то есть на 130. 520 разделить на 130 мы получим 4 часа. То есть через 4 часа расстояние между ними будет уже 520 километров. Мы ответили на вопрос задачи, найдя скорость удаления поездов. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.